Депутаты завершают работу над главным финансовым документом – бюджетом Сергиево-Посадского округа на 2021 год. Работа над бюджетом велась в течение 3,5 недель на заседании профильного комитета. Изучены и прописаны все статьи расходов, выверены цифры, подготовлены необходимые пакеты документов, внесены поправки. Над бюджетом депутаты работали совместно с администрацией округа вместе с главой и его профильными замами. Учитывали корректировки окружного финуправления и областного министерства финансов. Я считаю, что мы очень детально дошли, ну, практически, я не буду говорить до каждого рубля, это будет, может, высокопарно, но, во всяком случае, до 1000 рублей мы точно дошли в каждой муниципальной программе. Это, еще раз повторяю, живой механизм, который очень взаимосвязан с бюджетом Московской области, потому что каждая программа предусматривает часть финансирования. Федеральная программа, есть федерация, свою часть, есть, значит, регион Московской области, есть обязательно составляющая нашего городского бюджета. Это так называемое софинансирование. И поэтому корректировка шла практически каждодневно. Из-за пандемии в казну округа за этот год поступило меньше налогов. Сумма, которую депутаты распределяли по статьям, чуть превышает 10 миллиардов рублей. Часть средств в ходе работы над бюджетом перераспределили. Порядка 50 миллионов выделили теплосети на реконструкцию сетей в микрорайонах Звездочка и Скобянка. Заложили в бюджет деньги на станцию водоочистки в Краснозаводске. Важной статьей расходов стали программы, выполнение которых перенесли с 2020 на 2021 год из-за пандемии. Выделили средства на софинансирование комплексного благоустройства 17 дворов по губернаторской программе. Опять же, это не окончательная цифра. Мы надеемся на то, что все-таки администрации удастся где-то, может быть, привлечь еще субсидирование со стороны правительства Московской области. Документ будут рассматривать на очередном заседании Совета 17 декабря. Анна Спиридонова, Антон Коврижных, программа «События».